30 грамм мы берем на тело. Опять делаем такую капельку. Сделаем тоже такое тело. Не будем низкое сильно делать. Мы сделаем тоже его повыше. Приблизительно как наша коровка. По сантиметрам, я помню, у нас было 5 сантиметров в тот раз. Ну, здесь у нас 4,5. 4,5 сантиметра по высоте. Наша хрюшка будет. Посадили. Так, на каждую ножку мы берем по 4 грамма. Итак, скатали мы 4 шарика. Это наши будущие ножки. Катаем их слегка. Делаем такие длинные капельки. Вот такая там кривая. Шарик с какими-то рубками. Итак, скатали вот такие. Будем делать ножки. Копытца укатали. Слегка. Сейчас я вам все скажу. Да, я уже... Так, свинюшкины копытца. Сделали. Так, сейчас я посмотрю, что мне не нравится резкость. Мне кажется, как-то маловато резкости. Вот такие копытца у нас получаются. По длине наша ножка, получается, если вот не от, с разрезиком, где 3 сантиметра. Берем наши задние лапки, сделали. Сделаем здесь такое пузико ей. Такое тоже. Вот сделаем такой вот изгибчик. Наш, мне кажется. Так, одну лучку положим на толстый животик. Нашей хрюньки. Для нашей хрюньки катаем шарик. Стараемся, чтобы он был без всяких там заломов и всего остального. Прибиваем, помним, да? Чуть-чуть мы его прибиваем. И у нас остается как бы круг, как вот у голова у нашей хрюши. Получается, диаметр у нас большой, в то же время не сильно много мастики за счет того, что мы вот прибили. Сибири тоже привет. Так, поставили нашу хрюшу. Теперь слегка укатаем наш кружок. Вот такая у нас получается голова. Сейчас я вам скажу приблизительные размеры. Это где-то 5 на 4 сантиметра. Вот, сделали. Теперь визуально делим нашу голову напополам и от половины еще пополам. И вот здесь делаем мы с вами линию наших глаз. Мы ее очень сильно занижаем, заметьте. Так, делаем пятачок. Для пятачка беру 0,50 грамм. Небольшой. Большой нам не надо. Еще делаем его вот так вот, знаете, здесь слегка. Вот так вот. Вот такой вот пятачок. Такой хрюняшечка. Хрюняшечка. Итак, теперь делаем нашей хрюше на пятачке дырдочки. Она уже такая хрюняшечка. Ой, чуть ногу не сняла. Так, теперь делаем с вами глазки. Вот я говорила вчера Оле, что глазки можно делать просто черными точечками. Сейчас мы этот момент просмотрим на нашей хрюше. Нет, кому я говорила? Валентина, мне кажется, вчера говорила. Итак, глазки нашей хрюши мы будем располагать достаточно далеко друг от друга. Итак, смотрите, если вы будете делать просто черным, то значит делаем вот так две точечки. Вставляем в них черную мастику. Круто, но только... Вот так. На наших глазках. Это я показываю один из...
способов. Это для тех способов, вот, кто говорит, что вот он не может, ему вообще лучше без глаз и без рта. Вот данный случай хрюшечки нашей, она тоже будет красивая. Это как раз тот самый случай, когда можно без рта и без глаз. Ну, в плане того, что глаза мы не делаем какие-то там, а делаем вот так, попроще. Так, хочу еще сделать нашей хрюньке. Нарисую вот такие вот бровки. Ну, это если хрюнька нужна, я говорю, это для тех, кому... у меня тоже не получается. Так, вот такая хрюшка. Это один из вариантов, который можно сделать, если уж совсем тяжело. Для тех, у кого уже есть желание сделать хрюшку немножко другую, мы с вами двигаемся дальше. Мы будем делать глазки более большого размера. Вот так. Также сейчас вам покажу, как способ, как удалить, если вы, например, неправильно что-то нарисовали. Итак, берем салфеточку, берем кисточку, водичку, намочили хорошо кисточку, намочили место, где у вас неправильно, и стираем. Все. Еще раз показываю. Намочили хорошо кисточку, намочили место, и сухой кисточкой 2-3 раза по одному месту мы не елозим. То есть один раз. Все. И вот так у нас удаляется то, что нам не нужно. Так, теперь вставляем белый глаз. Привет, привет! О чем? Какая трансляция? Я не понимаю. Ришка, если ты что-то задаешь мне вопрос, я не видела начала. Итак, вставляем наши глазки. Я уже много раз говорила, еще раз повторюсь. Ячейка для глаз. Вставляем в нее белую мастику. И она ни в коем случае не должна выпирать. То есть она должна заполнять четко то пространство, которое вы сделали для белой мастики. Если много, убираем, если мало, добавляем. Я смотрю, здесь у меня много. Разглаживаем, чтобы нам было удобно рисовать. Нужно обязательно, чтобы все было у нас разглажено. Вот такие у нас глазки получились у нашей сиреневенькой хрюшки. Так. Сделали девочку хрюшку, вот такую симпатюлечку. Еще знаете что? Хочу сделать такой сразу здесь потонирую ей. А, тебя не тонирует уже. Такой блик я сделаю. Так, сделали нашу голову, сделали наше тельце, наши глазки. У нас еще одна рука. Я вот хочу ее сюда. Вот такая будет прям няша-няша. Хрюняша. Да. Наши хрюняши. Ой, не могу прям на нее смотреть. Она прям ми-ми-ми-ми-ми хрюша. Возьмем по 2 грамма мастики. Итак, смотрите, делаем вот такие треугольнички. У меня это
получается 2,5 сантиметра на 2, треугольничек такой. Вот такая хреняшечка. Хреняшечка-няшечка. На хвостик возьмем 0,5. Да? Скатали вот такой хвостик. На 3 сантиметра. Закрутили его крючочком. Кукурузки нам понадобится 3,5 грамма. Наша хрюнечка всего 9 сантиметров, если до макушки, если до... нет, это 9 сантиметров, если до нашего этого, и 8, если до... Смотрите, какая прелесть.